то, что касается языка. Я родилась в Днепропетровске. И если говорить о баррикадах, то я с восточной стороны. Я прожила там всю свою сознательную жизнь. Я научилась говорить по-украински только когда пришла в правительство в 99 году. Моя мама, вся моя семья живет в Днепропетровске. И поверьте мне, мы в семье продолжаем общаться на русском языке. И я никогда в жизни не приму ни одного шага, который может позволить хотя бы чуть-чуть унизить тот язык, на котором говорит моя семья. Какой главный закон, Зеленский? Конституция Украины. Главный закон. 10 статья Конституции Украины. Українська мова. Державна мова. Країна і влада повинна підтримувати і розвивати російську мову та мови меншинств. Не треба давити їх язики, не треба давити русский язик. А може нужно по-другому действовать? Може нужно защитить права русскоговорящего народа? Може нужно понять, что им нужно, и тогда уже заниматься этим? Може нужно защитить права русскоговорящего народа? Может, нужно понять, что им нужно, и тогда уже заниматься этим.